Добрый день, дорогие друзья! У меня очень хорошие новости для всех вас. Мы открыли свой собственный сервер в игре Path of Titans. После кропотливой настройки роста для каждого динозавра и балансировка их характеристик, мы наконец-то готовы открыть двери и впустить всех вас. Очень надеюсь, что наша теплая атмосфера понравится вам. И как бы это глупо ни звучало, добро пожаловать на Бублик Survival. Семётки отлетают. Да-да-да. Ну, типа того. Скажем так, одним укусом он снимает половину хп. Охренеть. Странно. Очень странно, да? Ну, вообще, да. Да нет, нихера, ты видел ее пасть? Ты туда полностью поместишься. Должен вообще ваншотать. Знаете, чему я удивлен вообще? Я удивлен, что он не ваншотает. А я удивлен то, что в Path of Titans так много девочек играет. Ну, типа, по сравнению с той же Ислой или Бермудой. Ё, ты чё, офигел? Ой, а какой-то знакомый голос. Какой-то знакомый. Ой, Джулия, привет! Привет, Юлька. Юлька, ты офигел? А чё, нет? А чё, нет? Тут халявная хавка. Дарки, я зову Дарки, а тебя уменьшительно ласкательно мне нельзя, да? Жулик. Какой Джулик? Джулик это вообще? Жулик. Жулик. Жулик не воруй. Жулик пришел. Я карта. Ой, ладно. Наоборот, пришла воровать. Да, я пришла. Да, Бублика, а Леорам фуловый дал. Кайбот, можно? Я не знаю. О, погнали, они вылезли на... А, нет, они сейчас пойдут в другое озеро, да? Ребят, там у Бублика Леорам дал. Помогите ему, пожалуйста. О, погнали его жрать. Где он? Где Бублик? Алиарам, где, блядь, Алиарам? Где Бублик? Интересно. 6 минут у нас есть. Где Бублик? Бублик убежал. Ебать, он тэпается. И у него джубик еще есть, белый. Беги на нас, а? На лагуну. Сам беги на лагуну. Так мы и так на лагуне. Пиздец, нахуй, блядь. Ну типа. Лидерка, скиньте ему лидерку. Ебать, его тэпает, блядь. Че с серваком, бля, так не ебать. Так он сейчас рестартаться будет, че ты хочешь? Да. А, кстати, да, рестарт все равно будет. Я правильно сказал, блядь, давай доедать этого урода некрасивого. Да, да. Смотри, ему глаз выжрал. Тут кто-то ходит. Да, чтоб сейчас... Четырех лапой. Боже. Еще вот так делаем. Сосиску. Оба. А не, я пошел взял. А, сосиска! Не, нихуя, не сосиска. Сосиска, скаф. Скаф, сосиска. Скаф, сиська, ой, я... Чё-то не закончилось. Твоё погоняло, часа. Сосиска. Как ты попадаешь по мне вообще, сосиска. Животное? Сосиска. Сосисончик. Здесь зуха ещё половит. Сосиска, сосиска? Зуха прошла мимо? Эх, тупо основатель стаи. Пиздец, нахуй, блять. Блин, мне пожрать бы. Пуф. Грусть, печалька. Посмеялись, ну и хватит, тот крок. Метрик антозавров, аж 5 штук. Где метрик? У них ядро. Ниже нас, в дискорде. А, в Дисе. Да, слышь, они там, блядь... Погодите, буквально, я сейчас выйду из ГС, сейчас я спрошу одного интересующего меня человека, не он ли на Зухе был? О, не на Зухе, а на Сарка. Интересующего? А! Да, я слепой, ладно, уже никто, не важно. Вовремя ливнул, в принципе. Что вы там делаете? Нахер вы там на кирпиче там сидите? Что еще делать? Сейчас через 3 я минуты... Я знаю, что делать. Приделать. Так, я тут. Вовремя ты. О, лестницу. Давайте в дупло залезем вот это. Давайте лестницу к дуплу,
И потом кто-то так наверху залезет туда. Давайте еще. Вы хотите сделать как бы лестницу? Скайбот, отойди, я не смогу на тебя запрыгнуть, потому что ты маленький. Вот, садитесь. А, нет, вы куда? На второй план. С этой стороны. Так мы не достанем так никак. Почему? Здесь вообще легкотня. Вот он, здесь срез. Ну, мне нравится, что маленький, то не достает что-то. Ага. Ну да. Достойно. Не, он релагал. Эх. Лаганутая история. Да-да. Чё-то в этом есть. Пиздюк, где твой папаша? Он его специально не отведёт, чтоб он выжил хотя бы. О, папаша пришёл. Меня отдал. Где, в какой смысле? Этот, на бублике. Киньте лидерку. Лидерку, да. Дырки киньте. Я ж был суподольфом, блядь, ебаный в рот. Побежим. Да, какого-то от доли. Офигеть, ты в жопе какой. Ну ладно, побежали, ребят. На диплейке я был. Здесь вода, инсуратор. Нихрена себе ты. Далеко натуре очень. Да я слева, сверху оказался какого-то хера, блядь. Хотя был по центру карты, блядь, вообще пиздец. Бёли, блядь, Адольфом, блядь. На ладенках надо делать гонки. Чё, зачем? И так гонки, блядь, страшно, что не надо. Он попадает мне по хвосту, блядь, дурак. Мне кажется, там бублик соло разбираться, считаю, ему помощь не нужна. Дурачок, дурашка. Дурачок, дурашка. Начались. Почему я вас обгоняю? Потому так, что ребят, мы все русские. На бублику бегут? Да. Все хорошо. Идиот. Куда ты прыгнул? Батя чешет. Че ты сказал? Все. Что все? Че ты курлыкались, блядь? Голубцы, блядь. Бублик, а что у тебя там? Бублик, подержись еще немного. А что это? Я говорю, он умер. А, да? Ну, а этот, как его? Ну, быстрее. Что, большой или малой? Адолт, не, большой. Он не мог попасть. Я, короче, ниже в Дискорд. Тут еще какие-то. А, понял, ты убегаешь вообще. А ты че? Пошел-то. Фонят много. Типа, мы в двух разных боях, нахуя оно надо. Че, ты уже какой раз подыхаешь, Залика? Да, да. Я ливнул с пати, типа... Я вижу, сейчас я... Тоже ливнул. И тебя закину. Ты чё, к водичке идёшь, что ли, мальчик? Как-то он так... на поху идёт. Ебать, он меня в какие-то коряги привёл. Куда он идёт? Привет, вы решили на две группы, что ли, разделиться? Ну, они там с одними дерутся. А, привет, Таша. Ну, привет. Да. Ну, чё так? А, ну, если так, честно, фризер меня больше устраивает, бублик. Ах ты, сука. Ты
Так вы в две пачки бегаете или вы вместе? Две. Ты там ползаешь? Рядом уже. Блин, коллизия, конечно, такая странная, немножко цепляется сильно. Но Алик больно кусает очень. Это меня, конечно, кидает в него вперед-назад. Да-да-да, там в нем ТПС, пиздец. Хорошо, он с бритом хотя бы бегает. Блять, в воду опять. А тут кто-то плавает, слушай. Значит, не пойдет в воду. О, вот он начал бить. Ну, значит, поедим либо мы, либо кто-то там. Да, там кто-то водный. Крокодил, наверное. Ой, блядь. У меня брит полетел. Похильс. Сантура? Еще бегает кто-то. А если Марк к нам сюда? Только Марк придет. Я не знаю, все вопросы про Бублику. Бублик. А, сзади. Тут еще один Алик пришел. Да, 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 да. И крокодил вылез. Он небольшой. Нихуя. Он достает до верха этого хуйни. Вы что это с нами не хотите, а, товарищи? Вы шумите слишком много. Да. Ну ладно. Ну, если смотри, если так сказать, шумить только то. Ой, 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 ой. Черненький. Пиздец, по дереву внутри не ходи. Окей. Закусывает? Ну, укусил-то один раз. Неудобно там из-за этого дерева. У тебя к тебе бежал. Да-да-да, начал отходить. Я за ним иду. Эй. Пол лица снес хвостом. Черный идет. Он по голове, видимо, тебе попал. Угу. Они, может, они не в пати? Че он разделился? Убежал. А, не, он к воде пришел просто. Я пойду на ту сторону. Безопасная вода. А мы здесь плаваем или... Кидайте пати, я зашла. Нет. Нет, я хожу. Ребят. Я пробежала насквозь. У нас бой, прости, пожалуйста, позже. Натуре, да, мы бегаем нормально. Класс, ты мне патик. Черный пришел. Как его принадлежит? Уходи. Похилься. Хилься, я контролю. Просто. У меня брит. А, тогда спрыгни под скалу какую-нибудь. Или на скалу. Вот здесь есть хорошие. Пиздец, тебе очень. Нет, он у меня. А, нет. Я пойду его душить тогда. Угу. Но он меня гоняет, я сейчас откисну. Бля. Да. Да, похер.
У тебя мало было хп. Нельзя было, конечно, нападать. Да, пофигу. Для нового рыша. Ну да, благо сабик не сильно такой растет. Кем мне пасе заодно тогда? Да, сейчас я тебя достану. Да я не тебе, Бублик. Ладно. Он мясо принес, сука. Бля, что за телепорт? Ребят, там из Латена остались только Раби и Марк. Пускай они к нам пойдут. Они спокойно, они в плечах. Бля, Влад, третий Алик пришел, ебать. Влад, выйди. Три Алика, серьезно? Поставь тогда их. Алло. Алло. Можно к вам присоединиться? Полдня ждал, пока хоть немного меньше станет вас. Извини, но нет. Печалька. Бублик. А. Ты закончил файт? Нет. Бля, ты серьезно? Ты хочешь дальше? Ты че, он красный вообще кошмар. Ну да, но там между я двумя еще. Да похую вообще. Ладно, ладно, я понял. Большая душа, остальные яйца. Спать, сучка, блядь. Он просто в ахуе, этот красный весь. Очень каленый он. Ой, какой туман. Стрит лидер лазит. Пацаны, как дела у вас?
Ай, блин, блит дают. Подонки. О, у меня тут кто-то пришел ко мне. Алло. 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 Вы где? Я это... А, как его там? Латинка. Латинка, латинка. Нужно пойти. Бля, но здесь я уже плаваю. Вы там против кого? А у меня триалика. Бублик. А. Так что можно Марка и Рапикана сюда пригласить? Если фанить они не будут, то да. Хорошо. Типа. Мне-то пофиг. Можете дальше фанить, я просто сам выйду, то и все. Я как бы. Ты так кочевать будешь. Да. Так типа, блин. Если людям комфортно с кем-то играть, что, мне запрещать им, что ли? Мне проще самому, если мне некомфортно выйти и все. Правильно, конечно, но это звучит как будто ты сам себя будешь. Нет. А еще тебя подозреваю почему-то, у меня гипотеза, то, что ты назвал себя Бублик, чтобы говорить то, что все люди на Бублике находятся. Типа... Просто Бублик такой. Ну, есть же местоположение в смысле Бублик назвали почему-то. Хотя это пончик. Ой, типа, бля, ну все. Не, это уже тут точно плаваю. Че, сейчас закусаю сейчас? Собаки сутулые. Слабые напередок. Там один калёный, который вот дальше всех. Но это уже бессмысленно. Там хотя бы мало. Так, лол, это я те зависла. Же самые... Это те же самые доспляда. Ой, ё-моё. Офигеть, плохо бы завалил. У меня теперь столько же, сколько и у Бублика. Эх. Сейчас. А может как-нибудь с этим все просто, да? Пока бегу. Пока добегу. А, у меня миссия там, где вы находитесь, найс. Тут стегач маленький. Ну нафиг, стегач по башке дает фу блите. Угу. Если не уби... если не убежишь, то все. Подыхаешь. Не отвечает. Там ну файт у них с кем-то, которые выше сидят. Ну, Марка. Пусть наслаждаются. Найдем себе еще. Бублик, а ты кроме вот маленьких таких, как их там называть? Кроме. Ну ты кроме мелких, мелких тераподов, играешь еще за кого-нибудь большого терапода? Нет. Нет, тебе это не нравятся маленькие эти. Жалко. Почему жалко? Ну я не знаю, хотел бы просто. Тут мало кто играет почему-то на аликах. Вон три алика, иди к пацанам. Кто-нибудь ну они идет. Это отдельно. Их в войсах именно вообще нету. Ну, найди кого-нибудь. О, тут две латенки. Еще да никого нету. Сейчас я подбегаю уже. Я под титаном там нахожусь, на самом низу. У меня кто-то соло. Кто-то большой соло. Там стегич, кстати. Я одна боюсь, я к тебе. У меня соло Алик. Где? А киньте на него лидера. Я под титаном нахожусь, там, где кости спавнятся, вот эта штука.